Впервые в России, в городе Казани, в старейшем вузе страны Казанском федеральном университете, проходит Всемирная олимпиада среди школьников по программированию IOI-2016. Участниками олимпиады стали более 300 ребят из 82 стран мира. Медалями разного достоинства награждается половина участников IOI, но лишь 8% из них – золотыми. Я Даниэль Кейзик из Латвии. Я Леша Попов из Латвии. Я Инга Сибирь-Тонович, тоже из Латвии. Я Александр Заякин из Латвии. Мы видели парочку видео, вот, жена. В прошлом году в Казахстане на закрытии олимпиады была презентация. А помимо этого, в общем, ничего. Ну, на самом деле, мы были только в деревне Универсиады, и в центре мы еще не были. Но когда мы прилетали и садились в аэропорту, то мы видели там довольно большое количество разнообразных мечетей и церквей. И, по-моему, это довольно красивый город. И я надеюсь, что когда у нас будет экскурсия, мы туда как бы поедем и посмотрим. Ну, то есть, например, для меня я первый раз участвую на данной олимпиаде. И, наверное, самым важным будет получение какого-то опыта. Ну и, естественно, медаль хотелось бы получить. Казанский федеральный университет – старейший университет в России. В этом году исполняется 212 лет. IT-направление представлено здесь наиболее широко, начиная с IT-лицея, продолжая в качестве бакалавриата и магистратуры, аспирантуры, а также различными курсами по программированию и заканчивая университетом третьего возраста для наиболее возрастной категории обучающихся. Казанский федеральный университет благодарит участников олимпиады за участие в состязаниях и ждет в своих стенах в качестве студентов в любом возрасте. Добро пожаловать в Казанский федеральный университет!